Здравствуйте, меня зовут Алексей Колоколов, и я представляю проект «Телеком Аналитика». «Телеком Аналитика» — это маркетинговые и управленческие инновации для операторского бизнеса на основе передовых технологий анализа данных. Для эффективного управления важно быстро анализировать текущую ситуацию и на основе актуальных данных принимать оперативные решения в сфере маркетинга и продаж. У компаний телекоммуникационной отрасли очень сложная структура бизнеса. Это широкий спектр услуг. Сотовая и стационарная связь, интернет, кабельная, сотни тарифов, множество филиалов и разные информационные системы. И проблема здесь – скорость получения фактических данных, их консолидация, расчет финансовых и операционных показателей и донесение их до топ-менеджмента. В этой сложной цепочке заняты как и IT-специалисты, так и экономисты, маркетологи и сами управленцы. В результате мы имеем большие затраты времени и сил высокооплачиваемых специалистов, а также не всегда достоверную отчетность. А ведь в биллинговых системах хранится огромное количество информации. Ее практически никто не анализирует. Мы берем технологии хранилищ данных, строим многомерные OLAP кубы и реализуем модели интеллектуального анализа данных. Но суть даже не в них, а в отраслевых аналитических методиках. Технологии логистической регрессии деревьев решений позволяют выявить причины и оценить вероятность ухода клиентов. На основе этого мы можем планировать маркетинговые программы, упреждающие отток абонентов. Операторский бизнес характерен большим объемом услуг и тарифов. Анализируя структуру расходов абонентов, возможно делать дополнительные продажи на существующей клиентской базе. На основе кластерного анализа по схожему поведению в частоте, длительности и времени звонков возможно разрабатывать бонусные программы и удерживать клиентов. Чтобы удержать абонентов, необходимо предлагать все больший объем услуг по меньшей цене, из-за чего падает рентабельность. Инструменты финансового моделирования позволят сформировать наиболее прибыльную тарифную политику. Сейчас мы внедряем нашу систему у одного из региональных провайдеров. Для развития продукта необходимы инвестиции. Но и это не главное. Для тиражирования необходима поддержка со стороны оператора федерального уровня, на которую мы рассчитываем в рамках конкурса «Телеком Идея». И в заключение подчеркну, что инновация в первую очередь управленческая. Важен не столько программный инструмент, сколько его грамотное использование для повышения прибыльности бизнеса. «Телеком Аналитика». Управлять возможно лишь тем, что можно достоверно измерить.